Почему Сэл не может убраться с моего пути? Всем выйти на периметр. Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизни. Нет, это не имеет значения. Лингшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа-Цефа и... прожгут дырку в земле. Земля просто исчезнет. Что мы можем сделать? Подключись к носителю разума Цефов. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы Цефов, Сэл нацелит их. Даже когда твой разум был защищен, а теперь эти предохранители смерти. Ты можешь превратиться во что угодно, принять любую форму. Представь, что ты станешь Цефом. Я хочу рискнуть. Activated.
кончено. Сверхразум цефов – чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать ее себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас детали по Архангелу. Он уже в переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа. Цел эвакуировались, оставив только в небольшом комплексе 30 километров от Рига. Это, наверное, командный пункт противника. Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела вместе. Слышишь меня, солдат? Да, мэм. Oh.